Лауреатами Зубовской премии, учрежденной в 2003 году, стали уже 84 человека. В этот раз еще 6 номинантов получат свои удостоверения и значки, и их станет ровно 90. Тоже маленький юбилей, и каждый год даже для членов жюри имена победителей до последнего момента – загадка. Кто станет лауреатом в этом году? Ну, конечно, это сюрприз каждый раз, хотя и мы отслеживаем писателей подмосковных, кто что делает за последнее время. Премия вручается в 6 номинациях за различные достижения в сфере литературы и большой вклад в культурную жизнь своего муниципалитета. Награда носит статус областной. Несмотря на то, что учреждена она в Ленинском тогда еще районе, участвуют в ней и писатели из других муниципальных образований. Нас поддерживает по-прежнему Союз писателей, нас поддерживает Министерство культуры, и нас поддерживаете вы, общественные жители. От Ленинского городского округа лауреатами премии стали член Союза писателей России Георгий Абраменко, заместитель директора Центральной библиотеки Елена Рогозянская и писатель Андрей Коршунов. Когда я был совсем маленький, у меня была учительница, она мне принесла книжечку, где были переписаны стихи разных поэтов. Я прочел и заболел поэзией, стал писать. И пишу по сей день. Стоит отметить, что премия имени Евгения Зубова стала первым официальным признанием поэтов и прозаиков в Московской области. Все остальные премии появились много позже. Влияние города Видного на литературную жизнь Подмосковья настолько велико, что в 2007 году Видное получило официальный статус литературной столицы Подмосковья. Премия учреждена в память о поэте Евгении Зубове, судьба и творчество которого неразрывно связаны с Ленинским округом. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Екатерина Довлятова. Видное ТВ.